Друзья, приветствую вас. Это очередное продолжение мастер-класса. Мы закончили с вами на том интересном моменте, когда уже приступили к оформлению отделки кардигана, но ее до конца дома не довели. Для тех, кто, быть может, не смотрел предыдущую серию, а, быть может, просто позабыл, отвлекся, не обратил внимания, напомню, что нижнюю кромку мы с вами оставили намеренно в таком виде, либо на дополнительную спицу перенесли петли, либо закрыли петли традиционным способом на дополнительную нить, которую потом впоследствии уберем. Кстати, в этой части уже мастер-класса мы с вами займемся оформлением нижней кромки нашего кардигана. Да, такая длительная процедура, это такая сложная, монотонная оформление отделки. Значит, что сейчас мы с вами делаем? К чему мы приступим? Что будет дальше? Смотрите, у нас с вами уже получилась косичка, так называемая косичка, которая состоит из двух рядов. Один был ряд у нас лицевой, второй ряд у нас был изнаночный, да? Ну, понятно, что у вас своя расцветка, вы работали своими ниточками, своих. Вот у меня смотрится таким образом. Надеюсь, вам видно, да? Прям четко считывается косичка. Вот как у нас с вами выглядит изнанка пока, на данный момент. Так, что теперь мы с вами делаем? Логично, что раз мы с вами провязали лицевой ряд, то теперь нам предстоит изнаночный ряд, да, для того, чтобы вернуться назад. А если вдруг так случилось, что, ну, вы немножечко промахнулись, немножечко не довязали полочки, и они у вас пока не сомкнулись, а вы уже приступили к отделке кардигана, либо они только-только сомкнулись, а вы хотели бы, чтобы полочки, ваши передние полочки, друг на друга вот таким вот образом заходили, да, то есть небольшой внахлёст, чтобы получился, но представьте, визуально представьте, что вы положили пуговицу, большую пуговицу, и если она помещается, да, вот если бы, допустим, мы делали петельку для пуговицы, если она помещается, то все в порядке, тогда никакой погрешности нет. Так вот, если вам кажется, что планка узковата, если вам бы хотелось чуть-чуть пошире сделать, я имею в виду вот эту планку, так называемую планку, понятно, да, условную, из косички, если вы хотите сделать ее пошире, тогда у вас задача развернуться на изнаночный ряд и повторить это действие, то есть провязать еще один ряд косички, то есть еще один ряд трехцветного жаккарда, соответственно, лицевыми петлями. Ниточку рабочую, вот все три ниточки рабочие у нас будут идти вот здесь вот по лицевой стороне. То есть вяжем изнанку, вяжем изнаночную сторону, а ниточки перекидываем по лицевой стороне. Вспомните, как мы с вами в самом начале самый первый ряд такого жаккарда провязывали. Вот один в один такое же действие. Это для тех, кто, повторю, хотел бы сделать вот эту косичку чуть-чуть пошире, и чтобы планочки были, ну, вот чуть-чуть нахлёст. Если вас все устраивает, если вы примерили кардиган, и полочки у вас благополучно уже сомкнулись, и вы не заинтересованы в том, чтобы эта планка была шире, тогда у вас другая задача. Вы, слава богу, избавляетесь от двух дополнительных ниточек, которые мы с вами вводили в работу. Да? Вот у меня это красная и зеленая, ну, хаки, цвет хаки. Остается сиреневая. Красивого цвета цикламен называется пряжа. Тех из вас, кто вообще впервые на канале или впервые смотрит одну из серий мастер-класса, скажу, что мы работаем с пряжей. Основная ниточка – это пряжа шотландский твид называется. Это 100% шерсть от Троицкой фабрики. Ну а какие пряжи, какую ниточку вы возьмете себе в компаньоны для вывязывания жаккарда – это уже на ваше усмотрение. Повторю, вы сейчас избавляетесь, ну то есть отрезаете ниточки вот эти дополнительные, и дальше работа идет с помощью основной нити, той самой, которой был связан весь кардиган. Причем эту нить мы не обрываем. Заметьте, мы вязали-вязали кардиган, не обрывая нить, мы приступили к оформлению полочек, да, кромки полочек. Затем мы вернемся, вот с помощью изнаночного ряда, мы вернемся в самое начало, и на самом деле нам с вами предстоит сейчас очень интересная работа. Для тех из вас, кто, может быть, не имеет большого опыта, не вязал еще больших крупных изделий, не вязал пледов больших, то тогда я вас поздравляю. Вам предстоит самый-самый длинный, самый утомительный ряд из всех, что вы когда-либо вязали. Потому что мы будем с вами провязывать одним рядом, без обрыва нити, кромки полочек, затем захватим, естественно, область
на шее, да, то есть вырез у нас со спины, затем провяжем вторую полочку и перейдем на нижнюю кромку кардигана и полностью целиком по кругу его тоже закроем. Все это мы будем делать с помощью полого шнура. Причем у нас будет меняться ход. Вначале у нас будет 2 петли на один шаг. Это что касается полочек. Затем у нас будет 3 петли на один шаг. Если вам сейчас непонятно все то, что я произношу, не пугайтесь. Все наглядно покажу, все поясню. Мы с вами сейчас вместе все провяжем. Итак, определились, да? Для тех, кому вот эта вот псевдо, так называемая планка, кажется узковатой, тот повторяет действие. Тот вяжет жаккард снова. По изнаночному ряду вяжет лицевые петли, ниточку перекидывает вот здесь, с лицевой стороны. Точно так же, как делали в первом ряду. Для тех из вас, кто уже устал от жаккарда, не хочет себе делать эту планку пошире, все, тогда вы избавляетесь от двух ниточек. И продолжаем работу основной нитью, которая связан сам кардиган. Избавляюсь от вот этих нитей. Все, попрощалась, благодарила их за проделанную работу. Конкретно мне сейчас предстоит совсем несложная работа. Основной нитью провязываю изнаночный ряд, но лицевыми петлями. Да? То есть сейчас идут лицевые петельки. Первая петелька снимается. Все остальные петли лицевые. Завершается изнаночный ряд. На самом деле мы с вами сделали подготовительную работу для того, чтобы закрыть кромку с помощью полого шнура. Как я сказала, полый шнур у нас будет 2 петельки на шаг. Покажу, как это будет выглядеть. Вот эти петли смотрятся они как изнаночные. Да? Мы их сейчас провязывали лицевыми, а на лицевой стороне они смотрятся как изнаночные. Это подготовительный ряд. Нам просто сейчас будет удобнее вывязывать полый шнур. Ну что, дорогие мастерицы, приготовьтесь. Сейчас, как я и обещала, наступает черед самого-самого длинного ряда во всем изделии, а возможно и за весь ваш опыт вязания на данный момент. Потому что мы с вами сейчас будем вязать без обрыва нити всю-всю-всю кромку всего изделия. То есть везде, где у нас открытые петли, вот эти петли открытые до самого конца, вот эти открытые петли, которые у нас внизу кардигана, да, вот они остались, мы их тоже сейчас будем закрывать без обрыва нити. Ну что, приготовились? Мы сейчас с вами приступаем к закрытию вот этих петель. Делать мы это с вами будем с помощью полого шнура, который состоять будет не из 3 петель, а из 2 петель. Это называется 2 петельки на шаг. Не 3 петли на шаг, а 2 петельки на шаг. Почему я решила предложить именно такой вариант? Ну, потому что это будет смотреться более незаметно, более утонченно. Все внимание обращено будет на вот эту косичку, так называемую, да, то есть не будет у нас здесь толстого, плотненького края. Но вот здесь, вот внизу изделия, когда мы будем работать вот с этими петельками, да, которые по низу кардигана идут, здесь мы будем традиционный полый шнур провязывать. Закрывать петли будем с помощью 3 петель на шаг. Для того, чтобы у нас здесь в самом начале получился вот такой вот прямой угол, да, когда мы с вами сейчас будем выходить на закрытие петель, для того, чтобы у нас не получилось, что полотно немножечко под углом идет, знаете, как бы натянуто. Для этого мы с вами сейчас, смотрите, что сделаем. Первую петельку снимаем, вторую петельку провязываем. Молодцы. Возвращаем петли на место. И теперь все. Теперь уже мы начинаем. То есть мы как бы с вами с помощью вот этого действия развернулись. Теперь мы с вами начинаем приступать к полому шнуру. Первую петельку провязываем.
вторую и третью мы должны провязать вместе. Обратите внимание, вот эти петли на спицах у вас должны быть расположены вот таким вот образом, бабушкиным. Вот видите у меня, как сейчас они стоят? Посмотрите, видите? Вот, бабушкиным. А некоторые петли, это просто я провязывала разным способом, когда возвращалась. А некоторые петли у меня стоят классическим образом, да? То есть правая стеночка к нам ближе, а вот правая стеночка к нам ближе, а левая стеночка стоит как бы от нас. А нужно нам наоборот петельку поменять, для того, чтобы она как подковка открытая на нас смотрела. Вот. Это нужно для того, чтобы у нас с вами полый шнур плотненько прилегал к краю, для того, чтобы он не оказался, как бы, знаете, приподнятым, как на ножке, на такой небольшой. Если, ну, я вам сейчас покажу, как это будет смотреться. Сейчас мы с вами дойдем до того момента, где у меня петли стоят не совсем верно. Я вам покажу разницу. Итак, давайте вернемся еще раз и повторим действие. Значит, первую петельку мы провязываем. Вторую и третью провязываем вместе. Таким образом мы с вами сокращаем одну петлю. Провязали. Теперь снова эти петельки, эти две петельки возвращаем на левую спицу. Повторяем действие. Первую петельку провязываем. Вторую и третью провязываем вместе. Вот видите, да? Провязываем вместе. Еще одну петельку сократили. Следующее действие. Далее. Раз, две вместе, два. Повторяем. Раз, два. Видите, у нас с вами получается закрытый край с помощью вот такой вот как бы косички, но на самом деле, которая у нас объемная, да, то есть она и с этой стороны смотрится как косичка, и вот здесь вот с торца, если посмотреть кромки, то тоже смотрится как косичка, ну, как бы как полноценный шнурок, тонкий такой, аккуратненький шнурок. Вот, наступил тот момент, когда у меня петелька на спице на левой смотрит в другую сторону, расположена как классическая лицевая петля. Смотрите, что будет, если я сейчас провяжу две вместе. Вот одна у меня стоит как бабушкина петля, а вот эта как классическая. Смотрите, что будет. Видите? Получилась вот эта петелька перекрученная, и она создает подъем. Незначительный, но подъем вот этого вот шнура от самой кромки. И получается, что у нас шнур будет как бы немножко на ножках. Вот эта вот ножка так называемая. В результате здесь будет ненужное пространство. Я не знаю, видно вам или нет. А, вот я убрала пальцы, и вам видно. Вот, хорошо видно. Вот видите, здесь нет таких вот ножек, так называемых. Ну, это условное название. Вот я имею в виду вот этот подъем. Незначительный, буквально в несколько миллиметров. Но если продолжать вязать таким именно образом, то у вас весь этот полый шнур как бы приподнимется от кромки на незначительное расстояние. Нам этого не нужно. Поэтому все петельки рекомендую вам, если вдруг вы вязали так же, как и я, переворачивать. Так, ну что, значит, первую петельку провязали, вторую, третью вместе. Возвращаем две петельки на спицу. Первую провязали, вторую, третью вместе. Так, снова у меня, видите, петельки стоят развернутые. Я их сейчас разверну вот таким образом. Вот видите, да, у меня петельки стоят таким образом. Сейчас я их разверну, вот, бабушкиным образом их поставлю. То есть, чтобы было понятно совсем уже, да, чтобы вот прям всем-всем-всем было понятно. Правая стеночка, которая при классической постановке петли смотрит как бы на нас, она ближе к нам расположена. Так вот, при бабушкином способе она наоборот оказывается как бы дальше от нас. А левая стеночка, наоборот, расположена ближе к нам. Вот нам нужно именно такое положение петли. Так. Ну, собственно говоря, я надеюсь, что смогла пояснить, как вывязывается полый шнур, состоящий из двух петелек. И теперь до самого конца вот этой косички
Точно так же, как мы с вами вязали вот этот трехцветный жаккард, вам нужно будет провязать именно таким образом, закрыть всю-всю-всю кромку с помощью такого тоненького полого шнура. Ну что, вот у нас косичка довязана до самого конца, да? Вот здесь вот мы с вами начинали набирать петли кромочные для отделки, для оформления отделки. И смотрите, что у нас получается, да? Видите, вот такая вот разница по высоте, где мы остановились, провязали последние две петельки, и где у нас начинаются петли, это нижний край кардигана. Если мы с вами продолжим нашу работу, перейдем, не обрывая нить, перейдем на вот эти петли, то тогда вот здесь вот у нас получится абракадабра. Ну, честно говоря, будет непонятно что. То есть у нас будет стянуто полотно, и здесь не будет красиво вывязанного угла. Поэтому что мы с вами сейчас делаем? Если вы так же, как и я, переносили петли на спицы, тогда предлагаю вам убрать заглушку. И так, вот они, две мои петельки убежавшие. И нам с вами нужно вот эту вот первую петельку кромочную, которую в самом начале, помните, мы провязывали как одну. Мы провязывали каким образом? Первую петельку кромочную просто провязывали лицевой, и второй кромочной мы поднимали две петельки. Помните, да? Из двух делали три. Так вот здесь вот мы с вами провязывали просто одну кромочную. Теперь нам нужно просто за заднюю стеночку этой кромочной вот таким образом ее насадить, эту заднюю стеночку насадить на левую спицу, чтобы у нас получилась как бы перекрещенная петелька. Видите? Ну, накид получается, аналог накида. Вот. Вот сейчас нам с вами понадобится провязать ее тоже, вот эту петельку поднятую. Да, провязать полым шнуром, как мы это с вами делали на протяжении всего ряда. Вот. То есть берем вторую петельку полого шнура и вот эту вот только что набранную петельку, накидик, провязали. Все, мы поднялись наверх. Теперь мы с вами поднялись повыше, на уровень встали вот с петельками, которые идут по низу кардигана. И повторяем то же самое действие, которое сделали в самом начале, когда приступили к вывязыванию полого шнура. Помните, мы с вами для того, чтобы у нас не было наклона, да, полотна, мы с вами вывязали как бы такой вот уголок. Вот для того, чтобы и здесь у нас с этого края тоже был уголок, да, чтобы полотно не шло под наклоном, вот здесь вот, не шло вот таким образом, мы с вами провяжем раз, два, три петельки. Три петельки, потому что мы работаем теперь с полым шнуром, состоящим из трех петель. Теперь все эти три петельки возвращаем на место, обратно на левую спицу. Так, чудесно. Ну, а дальше вы уже знаете. Первую провязываем, вторую провязываем, третью и четвертую. У нас петелька должна смотреть вот таким образом, развернутым, да, как бабушкина петелька. Третью и четвертую провязываем вместе. Чтобы вам было удобно, можно пройтись вот так вот немножечко подальше вдоль спицы прогуляться, набрать несколько петель на правую спицу и поменять их местами. Вот так. Вернуть обратно на левую спицу, но уже в другом положении. Вам будет так удобней. Итак, возвращаем всю эту троицу обратно на левую спицу и повторяем действие. Первую провязываем, вторую провязываем, третью, четвертую провязываем вместе. Вот что у нас с вами получается. Мы с вами выбрались из кромки, которая у нас обрамляла полочки. Вот это все полочка, 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 да? И перешли на закрытие петель нижнего края кардигана. В том случае, если вы петельки закрывали на дополнительную нить, не переносили на спицу, как я, а закрывали, ну, логично, что вам изначально потребуется удалить эту дополнительную нить и перенести все петли на спицу. Ну, это логично, я думаю, что показывать мне это не нужно вам. Итак, продолжим. Раз, два, третью, четвертую вместе. Возвращаем петли. Раз,
два, третью, четвертую вместе. И для того, чтобы пол и шнур смотрелся аккуратненько, нужно взять спицу меньшего размера. Если вы так же, как и я, вязали спицами двух разных размеров, то из этой парочки нужно взять меньшую спицу. 3,5 миллиметра конкретно у меня. Третью, четвертую вместе. И снова повторяется действие. Это очень-очень длительный процесс. Ну, вы уже это прочувствовали, наверное, да? Когда обвязывали кромку полочки, обвязывали воротниковую зону. Но зато очень красиво, и получается такое цельное, непрерывное обрамление всего изделия. И, надо сказать, смотрится очень современно. Очень интересно смотрится такое оформление края. Так, ага, здесь у меня уже петелька, видите, смотрит в другую сторону. Меня это не устраивает. Разворачиваем, подружек, разворачиваем. И работаем уже. Так, вот эти третью, четвертую вместе. Ну что, справитесь дальше без меня? Потому что ряд предстоит длительный-длительный вдоль всей-всей-всей нижней кромки. Это много по времени. Так что я вас отвлекать не буду, сама отвлекаться не буду на камеру. Встретимся с вами, когда проделаем эту работу. Для тех, кто смотрит... Так, сейчас, секундочку. Блин, поцарапала сама ноготь. Ну, надо же. Причем так конкретно поцарапала. Вот тебе и защита маникюра. Нормально.